Сейчас мы будем выпиливать вот эти вот дырки под хатчи заранее, чтобы потом было проще и легче. Вот сейчас уже можно выпилить, потому что все будет под заклейку, и у них не будет риска сломаться при установке. Это всегда такой риск есть. Вот. В любом случае, по моей технологии, которую я придумал, лучше выпилить сейчас. Сейчас уже выпилил балкхальц. Маленький, это не балхается, просто переборка, чтобы вода не проникла в салон. Дырочку просверлим от уточки. Отсюда начнем.